В общем, сегодня мы приехали. Сегодня суббота. Приехали. Мы вообще сюда каждый день приезжаем. Я тут свой недогазон поливать, ну и цветы, естественно, потому что жара такая ужасная. Я уж надеялась там на дождики, чтобы газон вырастет тут. Ну, сейчас я все покажу. Сейчас покажу, что внутри сделали. Ой, сейчас покажу. Что сейчас тут не выросло. Вот, смотрите. Тут вот моя роза, я ее обрезала. Так вот мне в комментариях советовали бутоны обрезать, типа шиповник, да, вырастет. Ну, на самом деле, что? Вот это у меня штамп розы. Что это такое? Вот здесь вот снизу прививка. То есть она привита на шиповник. И шиповник может вырасти только вот оттуда, вот из-под корней. Так. Здесь есть не обрезать ничего, не вырастет никого шиповника. Вот, просто обрезать нужно, чтобы второй раз цветение было. Короче, я уже сейчас посмотрела там видос, как правильно обрезать. В общем, я уже здесь я уже правильно обрезала. Так, тут жара, тут ничего не выросло, а вот тут вот был один раз дождик хороший. И вот тут у меня мой газончик вот начал расти. Вот, сейчас я все буду поливать. Вон там я бархатцы посадила. Ну, то, что такая жара, выглядит они, так сказать, не очень. Купила вот шланг нормальный, насадочку вот такой. Вообще он шел с набором вот с этим вот. Он такой какой-то конченый. И мне повезло, там как раз вот в магазине рядышком лежал последний. Я его взяла. Так классно поливать. Сейчас покажу как. О, глядите, какая классная штука. Вот здесь просто пальчиком управляется. Глуба. Так, можно прямо отсюда, прям стоя отсюда, прям вон, до конца все поливать. Я, короче, это показывать не буду, потом покажу результат. Так, в общем, сейчас пойду покажу, что у меня там творится внутри в доме. А, еще этот. Были у меня семена вот такие вот. Думаю, это семена льна. Как-то я их делала свой гель из них. В общем, мне он не зашел. Поэтому, а целая пачка осталась. Что с ними делать? Взяла, вон там посеяла на камнях. Ну, вырастет, вырастет. Нет, нет. Ой. Вот. Короче, увидимся. Так, ну что, уже почти... Везде, да не, уже не почти, а то везде уже проклеили обои. В эту комнатке уже даже покрасили. Вот. Сейчас уже темновато, но я пойду сниму. У нас, в общем, эпопея была здесь целая с этими, с углами. Так, вот здесь тоже. В общем, такая фигня была от того, что очень жарко. У нас вот мы покрыли, как не мы, рабочие наши. Замазали, значит, акрилом здесь все углы. Ну, как не углы, стыки, да? Покрасили краской. А из-за того, что температура очень высокая, она прям трескаться начала. В общем, думали, сначала думали на акрил, потом думали на краску в магазине. Вот нам консультант объяснил, что, может быть, от температуры видно, не знаю. Что я сказала, красить тонким слоем. Но здесь вроде вот тонким прокрасили, вроде. Есть мелкие-мелкие совсем трещинки. Вроде нормально. Самое конченное место вот здесь было, да? Брали в аренду леса. Здесь ставили, но здесь уже все сверху сделали, леса уже отдали. Все, а теперь здесь уже леса не понадобится. Уже потом спокойненько все покрасить. Вот так вот. В общем, пока вот так вот везде обои наклеены. Сейчас пройдусь, покажу. А, что у нас с фугами, сейчас расскажу. В общем, мы отослали застройщику. Отослали фотографии. Написали, в общем, переделывайте. И они нам ответили. Недавно вот ответили, что через 2 недели придут и заменят. То есть переделают. Вот так, новости хорошие. Надеюсь, нормально переделают. В общем, вот смотрите, здесь уже все. Здесь уже все. Все уже поклеено. Вот здесь уже. Здесь вот тоже экспериментировали, да? Здесь вроде вот нормально, все, ничего не потрескалось вот уже. Тут все хорошо. Вот. Это все. Вот эти дни такая аномальная жара стояла. Что вот такую вот такая вот хрень получилась. Так, ну здесь пока еще нет. Вот. Или кто может знает, почему так еще могло получиться. Скажите, вот вы тут уже вроде уже, не знаю, видно, настроился, не настроился, я сказать. Тут все нормально, вот здесь без трещин. Вот именно из-за жары, да, так получилось. Ну, пришлось переделывать.
некоторых местах. В общем, вот. Короче, если все хорошо будет, сначала август уже все готово будет. Все со стенами. А потом вот мы еще заказали уже. Ну, полы-то мы уже давно заказали. Этот винил. А сейчас заказали плинтуса. Плинтуса. И вот тут пришли. Вот. Коцаные. Чуть-чуть. Ну, блин, то есть такое. В принципе, вот этот отрезать, выкинуть кусочек, ничего страшного. Надо будет перепроверить потом просто все. Что нет ли там таких еще в упаковке. Сюрпризы. Вот. Сейчас, в общем, пойду. А, я еще покажу, что на улице у меня. На улице. Короче, мой один пион, походу, не выжил. Сейчас покажу. Он все-таки отдельно нормально. Второй не завял. И вот вчера посадила лилии. Вот тут. Вот тут. А еще мне мама с Испании, прям с самой Испании, везла это дерево. Да, пока его в багажнике у меня лежал, на работе везла. Запрел, жара тоже была. А чуть-чуть листики подвяли. Ну ничего, вроде ничего, вроде нормально. Короче, вообще, это как бы должно быть дерево. Это вообще-то клен красный. Сейчас скажу, как называется. Вот. Дорогой, зараза! Дорогой. Так, около 75 евро стоит вот эта маленькая писечка. О, Саша мне потерял. Ну, в общем, вот. Сейчас будут все поливать. Давайте. Пошла даже машина с остальным. Короче, все. Сейчас. Буду все поливать. Ставьте лайки. Всех с удовольствием. Пока.